Первое движение очень простое, называется стрелочки. Делать будем вот так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Получилось? А теперь давайте попробуем вместе. Поднимем ручки. Теперь наши ручки это стрелочки. 3, 4. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Молодцы, ребята. Второе движение будет чуть-чуть полегче. И называться оно будет шестеренки. Для этого ручки нужно выкинуть вперед. Отлично, только не ударьте соседа спереди по голове. Итак, готовы? Вместе со мной. 3, 4. Часики идут, часики минутки берегут. Хлопок. Получилось? Молодцы. Последнее, самое легкое. Но для него нужно встать. Ножки скрестить, ручки сделать так. Готовы? 3, 4. Тики-так! Часиков-никак. Хлопок. Получилось? Молодцы, присаживайтесь, я включаю пересиделку про часики. Пока сидим серьезно, будем спасать пиксиков. Приготовились, лица серьезные, достали ручки. Молодцы. Таня как делает? Покажи как. Лапа пружинка. Тики-так. Надя, вставай. Надя, вставай. Что это за пауза? Шестеренки. Часики идут. Лапа стрелочки. Еще. Шестеренки. Ну ладно, а потом я. Хорошо. Знаю, как ты не знаешь.
это? Кто? Надя. Это все знают. Моя коробка посложнее. Что там видит? Весь дом дрожит. Крышу сносит этот трень. Это дырки светит. На две команды. Девочки будут в моей команде, а все остальные девчонки.
А с вами говорите. Видели я сюда белку? Жмите. Кроме чертиков, чего у меня? Нажмите два. Если вы хотите о другом ненормальном явлении, говорите после. Статум аппарату. Будьте внимательны. Говорите после сигнала. Не забудьте сделать фотографию по ненормальному явлению. Сика, давайте переживать, я вас сейчас уменьшу, все будет в порядке. Очень просто с помощью фиг. Гениально придумано, Симка, молодец. Внимание, ребята, и что так? Oh, my God.
Спасибо вам всем огромное! Если вы не со мной, то можно идти в любой момент. Итак, начинаем уменьшение. 100 тысяч тысяч! Простите, не ругайтесь. Сейчас. Уберите вашего чищу! Смотрите! На грех! Ну как знаете, то не на ванне, то на здесь. Все, до свидания, пожалуйста. Я пойду снова! Это зачем? Это чтобы опять бежать маленьким? Стали добрые, держите. Спасибо. Замечательно. Сивка, нравится? А ты почему не уходишь?
уходите? Да. Мы боимся. Кого вы боитесь? Вас, Урбала. Меня? Ты что? Я же стала хорошей. И я теперь точно знаю, что фиксики существуют. Правда, ребята? Да. И вы все. Вы и вы. И ты вон там тоже. Ты все мне очень нравитесь. Да. Да. А, хорошо. А что оно означает? Оно означает, что работа сделана на отлично. Что? Вообще все в порядке. Сейчас, а как вы это делаете? Начни меня. Неправильно, Николай. Ребят, давайте покажем вам Николай, как мы это делаем. А заодно на прощание споем и к себе купим. Я так любить не умею, я с вами. Ой, да это не нужно, ладно. Мы просто все вместе будем кричать «Петрич!», а вместе с нами будем кричать «Мамы, дедушки и бабушки!». И папы. Ой, и папы, конечно. Ну что, договорились? Да!
пока.